Ушел служивый из похода домой. Шел он через многие земли, через разные государства. Долго ли шел он, а дошел и до своего Тридесятого царства. Так давно на родимой сторонке не был, что и не признал ее с первоначалу. Он видит трактир, как камень с души упал. Слава Богу, думает, вот и до дома добрался. Только за стол сел, к нему целовальник. Всего на стол накидал: калачей, говядины, водки, да заедку всяких, ешь не хочу. И пытает, как, мол, на войне-то разбогател, а и нет. А какие же у солдата богатства, из бедной посуды крест да пуговица. Ну, посеньки и шапка. Вот тебе сухарь да водица. Закручинился солдат. Думал, хоть на родной стороне брюха досыта набить, а на тебе. А целовальник говорит: не кручимся, служивый. Глянь-ка лучше, какие в нашем государстве дела делаются. Напала на наше царство нечистая сила. Царевым дворцом завладела. Царь-государь в старой бане живет, а на дочке его сам черт старшой жениться хочет. Вот и гляди, солдат. Приглянулась царевна служивому. Дай пойду счастье попытаю. И пошел солдат ко дворцу. А нечистая сила горе не ведает, на солнышке греется. А, увидели солдата нечистые и засуетились, бегут, меньшой к старшому тревогу поднимают. Так, мол, и так, держать надо ухо востро. Солдат идет. Старшой скорей к царевне. Последний раз спрашиваю, пойдешь за меня? Нет. Ах, так! Увести ее с глаз моих долой. И видит солдат: Марфа-царевна сидит в заточении, а старый черт от свежего воздуха ее охраняет. Ну ладно, и пошел солдат к царю. Ходит, а царь на полке сидит и с горя веники вяжет. Увидел солдата и заговорил: здравствуй, служба, что хорошего скажешь? Слыхать, дела ваши никуда не годятся, ваше величество. Желаю помочь по силе возможности. Хорошо, братец, коли поможешь, дочку замуж за тебя отдам, да еще полцарства в придачу, золотом всего засыплю. А что мне золото? Меру орехов каленых дай, меру пуль чугунных, колесиков разных, да колоду карт крапленых. Заперся солдат на 7 дней и 7 ночей в избе. Работал, работал. И только на 7-й день стало что-то получаться. Ни мужик, ни баба, ни курочка-ряба, а так что-то вроде чего-то, человечье подобие. Расступился народ во все стороны. Глянь, Выходит служивый, а за ним деревянное подобие. Вошел солдат во дворец, чуть нечистым на хвосты не наступил. Это еще что такое? Хм. Кровь? Ха, палка! Черти знать над ним шутки шутить вздумали. Ха, невдомек им глупым, что солдат на войне не такое видывал. Зря только глазищами хлопали. Сел солдат за стол, карты раскинул, я, мол, возьмет. Видит, быть чертям битыми. Ну, а раз так, чего зря время тянуть? Дай, думает, часы переведу. Заодно чертей проверю. Пойдут на обман, значит, глупые. Сел солдат на место, и только стал орешки щелкать. Тут и началось. Давно старшой черт орешков не пробовал. Лапу тянет, а солдат ему пулю дает. Ну, пуля не орех. Старому-то черту не по зубам. Выплюнул последний зуб вместе с пулей. Ну, думает, здоров, солдат. Такого силы из дворца не вышибешь. И в переговоры. Давай, говорит, карты сыграем. Ну что ж, говорит солдат, давай. Давай, служивый, давай. А на что же играть будем? На деньги, а? Ну откуда у солдата деньги? Давай на 3 щелчка. На то мы порешили. И пошла игра. Да только не везет старшому. Ни козырей, ни мастей. Солдат ему шельмовать не дает, а сам хитрит, хитрит. У черта двойки, а у солдата узы. У черта бубны, а у солдата пики умные. А тут и последний пяток пришел. А крыть черту нечем. Ну что ж, проиграл, не спорю, пиши со мной. Эх, дал бы я тебе по-солдатски, да неохота руки марать, пусть меньшой брат пробьет. Согласны на меньшого. Первого щелчка нечистый аж к другой стенке отлетел, а солдат ему 100 еще парочка осталась. После второго щелчка нечистый бежать, а солдат его за хвост. Взмолился тут черт: помилосердствуй, служивый, такое даже нечистому не вынести. Проси с меня что хочешь, только отпусти живьем, вот деньги возьми. Нет, говорит солдат. Деньги мне не нужны. А уж коли так, полезайте-ка вы, черти, в ранец. Слышал я, что нечистая сила в любую щель влезть может. Ну, лезьте. Посовещались черти. Ну что ж, согласны, это нам расплюнуть. Набились они в ранец, а солдат-то не будь дурак. Закрыл его на все пряжки. Очистил служивый дворец от нечисти и пошел царевну из темницы выручать. Марфа-царевна и говорит: уж коль освободил ты меня от нечистой силы, пойду за тебя замуж. Веди меня к батюшке. А царь снова на троне оказался. Как увидел он свою дочь солдатом, разгневался. Ах, ты такой сякой, да как ты мог подумать, что дам я к тебе дочку свою? Гнать его в три шеи, слугам своим приказывает. Да поглядеть, как бы в рамце чего не унес. И ушел бы солдат один, да пошла за ним дочка царская, Марфа красавица. А царь, как заглянул в ранец, так ему и конец пришел. И пошла гулять нечисть по всему дворцу. А солдат с Марфой царевной своим путем пошли. Пришли они в родное село и добрую свадьбу сыграли. Эх, и веселился честной народ, удаль да смекалку солдатскую славил. Вот и вся сказка, как бубликов связка.